Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжим бродить игру по названию Секира. И да, так, отдыхаем. Отдохнуть. Далее. Я вижу, вы уже поговорили, да, верните меня хмурым. А, мы, короче, идем с вами на хорошую концовочку. Так. Поэтому... Я знаю одну вещь. Нужно столько здесь махинаций этих дерьмовых понаделать, что ё-моё. Вы скажете, а там секретная стена, ты куда пошел? Куда ты прыгаешь? Нет, там же... Секретная стена. Я скажу, ну да. И... Что? А можно без фризов? Спасибо. Так, письмо Исина. Записки оставлены Исином в осторожной башне. Возможно, Эмма знает, где он находится сейчас. Дорогая Эмма, у ворот замка Исина что-то разрушит. Так. Расшумелись крысы. Тенгу с ним разберется. Не беспокойся, Исина. Так, а тут мы тоже с вами еще не были. До свидания, было приятно познакомиться, до свидания. Так, стой, значит я не в ту сторону, да, пошел. А где тогда у меня мужичок с храма? Но они спиной уходят, поэтому пускай идут. Я не знаю, что будет. Нафиг надо. Не хочу узнавать. Хотя, пускай идут. Один пошел. И второй пошел. Ой, ё-моё! Да ёлки-палки! Что за дерьмо? Я застрял, беги! Почему-то я сюрикен забываю юзать. И чё? Ну что это, ну фризы? О. Так, ты один остался. С одним я с тобой расправлюсь. Голубь. Плюс левел ап.
Да? Что, не левел ап? Обидно. Нахера я сюда тогда иду вообще? О, йо. Я понял, зачем я туда шел. Я понял. Да отворачивайся давай. Вот они бесят. Вау, вау, вау. Опасно, опасно, все. Бум. 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 Бом. Я все равно не понимаю, как ее отбивать. Ладно. Ну, допустим, это да, он пожестче будет. Короче, да, мы здесь были, я просто не знаю, нахера я сюда тогда пришел. А что мне, я, давайте вспоминать, что я делать должен, чтобы на хорошую концовку выйти. Я должен был здесь старика одного подслушать. Походу его тут нету. Понятно, теперь. Призы. Призы. Нахуй фрезы. Оптимизируйте игру. Либо дай, купите мне новый компьютер. Это ж не сложно. Вот, что это? Что это? Видите, оно даже здесь глючит. Если ты можешь избавиться от бессмертия, то есть с чего начать? Волк, посмотри. Текст с описанием от уз бессмертия. Книга получена от Кура, в ней обратно знания, необходимые, чтобы избавиться от наследника дракона. Книга с виду старая, многие страницы отсутствуют. Здесь я пишу, что нужно, чтобы выполнить ритуал из добавления от бессмертия. Надо найти алтарь за дворцом. Так, первоисточника и выпить слезы дракона. Это древний текст, который хранился в замке Асина. Священный слез дракона из божественного царства. Да. Я считаю, что слезы дракона могут помочь нам разрубить узы бессмертия. Но божественное царство? Как мы? Я не знаю. Волк, там стоит курильщица. Она принадлежит какому-то особому... Ну, взгляни. В ней есть что-то особенное? Мне говорили, что давным-давно в замке Сина, прежде чем другой жил божественный наследник. Ее звали господин Токеру. Эта курильщица принадлежала ему. А где он сейчас? По виду, он давно уже умер.
Аккуратный благометр перемещения, я возвращаюсь в божественное царство. Считается, что это он ставил эту надежду. Так, вы хотите сказать, что перевесточника поможет попасть в божественное царство? Я думаю, да. Волк, дай же доберемся до истины. Хорошо, давай доберемся до истины. А теперь обсудим, как начать поиски. Наверняка в этом замке остались несколько книг господина Такеру. Книги, которые он собирался, чтобы найти в Божественное Царство. Я поищу их. Может, кроме поиска пути в Божественное Царство, мы поищем еще и способ избавиться от уз бессмертия? Хорошая мысль. Поговорим с господином Истином. Если кто и знает ответ, то это он. Волк, пойдем со мной. Подожди. Я не хочу просто хорошую концовку запороть. У меня, понимаете, у меня просто, когда вот такие фрезы происходят, даже в Dark Souls, в Devil May Cry не было такого, у меня же был триггер. Я вижу, вы поговорили с господином Крода, мне чуть... Давай, я иду. Поехали. Ты меня сюда вел? Кура. Кура. Пошли. Господин Исина нет в главной башне. Мне сказали, что он восстановил силы в одной из сторожевых башен. Но похоже, к его башне не закрыто. Здоровье у него сейчас. Как только... Можно выбраться по крыше, только там ходят дозорные, нельзя полуночники. Это будет для Синоби. Но для тебя, полагаю, не проблема. Я слышал, что полуночники размещают свои маршруты дымовыми сигналами. Да, поэтому если ты найдешь по их дымовым сигналам, то доберешься до господина Истина. А на крыше можно выбраться из этого здания. Хорошо. Скорее всего, он имеет в виду, куда мы с вами изначально пошли. Сюда вот. Так, я хочу сначала одну вещь сделать. Не, все-таки оно фризит в какие-то определенные моменты. Так, давайте я, наверное, отдохну. Ставить. Женки сходить. И давайте сходим туда, все-таки вниз, где секретный проход. Но господин не здесь. Он в одном из сторожевых башен. Но ему сейчас нехорошо, и поэтому вход в башню закрыт. А я знаю, где он. Потому что мы только что там недавно были. Бум, окраина Сина. Бум, 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 бум. Так, а где девочку? Здесь тоже нужно, я немного помню, прийти, отслушать ихний тоже разговор. Так, все, я теперь могу юзать эту херь. Шинопскую. Да, могу. Окей, хорошо. Что мы делаем? Мы сейчас бежим к старику. Если он не хочет с нами разговаривать по-нормальному, мы зайдем к нему. И будем с ним разговаривать напрямую. На замок Истина. Единственный минус это то, что мы туда-сюда бегаем. За что мне такие лаги? Ну хотя бы, знаете, меня радует, что таких лагов нету, когда я с боссами дерусь. Если были бы такие лаги, когда я с боссами дерусь, я бы сразу сказал, нахуй надо. Мы заканчиваем.
Либо я скачал уже бы читы и юзал бы читы. Насчет жизни божественного наследника. Да? Я хочу кое-что спросить. Но прежде... Саке, что? Ты заслужил. Возьми. Так, неочищенная Саке. Классно. Мой вкус гарнитура был околдован водами молодости. Ты правильно сделал, что положил этому конец. Прими мою благодарность. Я лишь следовал кодексу, который научил мне отец. А, железный кодекс Синоби? Ясно. Так ты сын Филина. Тот самый, который он пошел во время восстания, да? И твои странствия привели тебя сюда? Да тебе причудливая судьба. Не правда ли, Секира? Так ты... Да каким же... Так. О том, как разорвать узы бессмертия. Божественный наследник желает избавиться от уз бессмертия. Я хочу знать, как это можно сделать. Клинок бессмертных. Будь у тебя такое оружие, возможно, с ним ты бы добьешься цели. Клинок бессмертных? Им можно убивать того, кого не умереть обычным способом. Не убить. А того, кто не сможет умереть, известный червями. Так их, кажется, называют. Я такого еще не видел. Но а про них говорят, что их можно поразить прямо в сердце или нести им голову. А если слухи правдивы, то это весьма опасные противники. Чтобы убить такого чудовища, понадобится клинок бессмертных. О том, как разобрать узы бессмертия, где можно найти клинок бессмертных? Где искать клинок бессмертных? Говорят, он хранится в храме Сэмпо. И все же, говорят, клинок бессмертных нельзя достать из ножен. Что это значит? Я и сам толком не знаю. Просто именно это говорят. Впрочем, ворота храма сейчас закрыты. Кто знает, что там творится в городах этих отступники. Нормальных дорог туда просто нет. Окей, все. Ты уходишь, Сагира? Разрубишь узы бессмертия? Да еще будет битва. А в битве все наши планы и устроения постоянно меняются. Если будешь колебаться... Бессметут. И ты проиграешь. Правильно. Не забывай. Секира. Будешь колебаться? Проиграешь. Окей. Стоять немного не туда. Так, возвращаемся. Возвращаемся. Так, кажется, сейчас, да, мог подслушать? Читать? Письмо божественного наследника. Волк, я кое-что нашел. Я... Так, отпер библиотеку. Встретимся там, Кура. Так, вы встретились с господином Мессином? Да. Он поблагодарил меня за победу над Генетиро. Ясно. Подумай только, господин Генетиро осмелился пить осадок молодости. Осадок молодости? Мы называем так особенную концентрацию фракции. Вот молодость. Наверняка вы видели эти это сами. Осадок молодости придет телу, наверное, крепость. Невероятную крепость. Человек может выдержать удар смертельный для других. Мой наставник Догин долго изучал эффекты осадка. Но все его работы, записи, лекарства, все было сожжено и уничтожено. Говорят, однако, из... Так, старших историй удалось спасти часть работ, но я не знаю, кто это был. Возможно, это был Додзюн. Вы спрашивали, что об этом думает господин Куро? Да. И? Мы решили избавиться от узы бессмертия. Разрубить. Ясно. Спасибо тебе.
за всю твою помощь. Вы говорите это как будто прощаетесь со мной навсегда. Я выполнила поручение господина и теперь отослалась здесь, в замке. Может, навещать меня, когда вам будет угодно. Я буду помогать вам врачением. Отдай семечку тыквы. Ем-ем, ее нет. До свидания, волк. Так, он отпер библиотеку. Где библиотека? Где библиотека? Мне нужна библиотека. Где она? Где библиотека? Still so much dust. Так, от курильщика исходит легкий аромат цветущей сакуры. А, тю, здесь. Физы. За что? Ключ от святилища. Найс. Ключ от святилища в крепости. Врата за идолом священным можно открыть. Войны клана Сулбища должны отстрелять в... Так. Опустившиеся долины стреляют в любого, кто приблизится. Особенно смертельного оружия отряда Змеиных Глаз. Эти воительницы — потомки древних кланов. Оками. Обладающие особым зорким зрением, позволяющие им разить в цель без промаха. Хорошо. Учту. Так. Сколько тут пыли. Я вернулся. А, волк. Ты вернулся. Ты встретился с господином Истином? Да. Он сказал, что клинок бессмертных может помочь вам избавиться от бессмертия. Клинок бессмертных? Это меч, способный лишить жизни бессмертных. Его можно найти в храме Сэнпо. Ясно. Да. Это интересно. Как скажете. Что касается меня, я искал книги, где могли быть подсказки о благовонии Происпочника. Похоже, господин Такера и правда искал путь в Божественное Царство. Пока что я нашел лишь одну подсказку. Что такое? Цветок. Показать капельку сакуры? А это вам, мой господин. Неужели? Это капелька сакуры? Это... Говорят, как, что когда разрушите клятву бессмертного наследника дракона, вместо нее становится это. Как думаете, его остались господин Тайкура? Пожалуй, да. Волк, если ты хочешь, я могу принимать эти капельку сакуры на пользу тебе. Так, отдать капельку сакуры. Если вас не затруднит, конечно. Закрой глаза, господин. Драконья кровь господина Такеру живет в тебе. Благодарю вас. Да. Как это происходит? Почему нам не показывают? Теперь можешь открыть глаза. Господин. Повышена способность к воскрешению. Это тебе дар от господина Такеру. Используйте его с умом. Да. О цветке. Цветок? Сперва прочти вот это. Записи про цветок. Записка напоминала Такеру прежним божественным наследникам. Говорят, родители Томоо некогда собрали аромат превос... Так. Первоисточника и прибыли во дворец. Так. В глубоком пруду, где собираются воды первоисточника, покоится то, что нужно, чтобы попасть во дворец. Это белый благоухающий цветок. Что это? Это оставил господин Такеру. Я искал записи о благословении первоисточника и о том, как он связан с божественным царством. Есть вода, что течет из первоисточника через Асина. А в книге написано о белом цветке, что растет там, где вода глубока. Видимо, он сейчас благословит первоисточником благовония. Место, где вода глубока. Возможно, в глубокой долине? Да, верно. Это может быть долина.
Воды первоисточника должны стекаться в нее. Искать опустившуюся долину. Она за лесом, что растет позади замка. Глубоко в лесу. Есть святилище белого змея. Опустившись в долину, как ясно из названия, находится ниже. Обычной дороги туда не увидеть, но человек твоих умений не может проложить путь. Окей. И хотел спросить, а ты заметил, что в курильщице сохранился запах? Да. Это был словно запах опилок, но еще немного ощущался все-таки сакуры. Да? Ты тоже учуял? Запах был словно от цветков сакуры, но немного другой. Что такое, волк? Этот запах. Он мне что-то напоминает. Ты его уже чувствовала раньше? Думаю, да. Но не могу вспомнить, где. Кстати, господина Эмма говорила, что когда-то давно за замком росла сакура. Возможно, это как-то связано с нашими поисками. Ладно, господин госпожи. У меня к тебе есть вопрос. Да, слушаю вас. Сакура, что росла за замком. Вы про вечный свет? Это дерево сакуры, которое господин Такеру привез с родины. Так, это дерево из божественного царства? Да. И весьма необычное. Оно круглый год стоит в цвете, не только весной. И все же, вечного света больше нет. Они полностью усохли. Почему? Некий человек срезал с дерева ветку и сорвал все цветы. Без цветов вечный свет был обречен. В итоге, все древо засохло. Так, отдай семечко тыквы, отдать напиток. Угостить нечищенным. Обезьяным вином. Чтобы ему ее спаивать? А давайте. Хотя. Goodbye. До свидания. У меня есть варианты. Отдохнуть. Отдохнем. А какая разница? Вот, знаете, я смотрел, что типа игроки бегали сюда. Именно здесь отдыхали. Типа, какая разница, где медитировать? Разве оно реально играет какую-то роль? Так, сколько у меня денег хотя бы? А у меня мало денег. Так, окей. Мы делаем вот что. У нас остается, в принципе, не так уж много времени. Переместиться, давайте, наверное, важный... О! Опа, у нас новое важное место. Ну, в принципе, я знаю, куда мы пойдем в следующую серию. Мы с вами отправимся в храм Сэмпо. И нам дали ключик от врат. Поэтому мы сможем открыть ту дверь, где мы не могли открыть ее раньше. Фу. Так, ладно. Алло, здоров. О, это ты? Что-то нужно? Божественный наследник. А? Ты его спас. Я тут ни при чем. Это не так. Прими мою благодарность. Тень в твоих глазах. Она стала чуточку светлее. Что? Неважно. Итак, а тебе что-то нужно? Показать протезы, номби, установить протез, новые инструменты, листики, окей. Так, улучшить инструмент Синоби. Ни хрена. Вот это можно. Я бы поджигалку. На самом деле здесь можно вот это прокачать. Ну, блин, мне нужно это сначала вкачать. За 600, это много. 400. Ладно. Посрать. Отдать напиток. Угостить обезьяненным вином. Да. Я кое-что принес. Обезьяненное вино, да?
обжигает глотку, как и всегда. Прямо воспоминаю старые времена. Ты часто попил? Я обучался боевым техникам в Синоби. В Дали, где жили обезьяны. Один? Нет, нас было двое. Мы были бродячими Синоби. Учитель для них таких, как мы, не были. Поэтому и мы отправились в долину. Бегать, прыгать, фехтовать на мечах. Там, где неверный шаг, верная смерть. Так мы и обучались. Со временем мы и научились передвигаться в точности, как обезьяны. Я пил это обезьянье вино, когда уставал от упражнений. А пока пил, слушай мелодию свистка. Мелодия свистка? Это было такое особое кольцо. Когда в него свистело, получается такой звук. Вся долина наполнялась печальной мелодией. Мне, как и не странно, эта музыка нравилась. Я часто ее слушал. Угостить неочищенным саке. Я принес саке. Не откажусь. Что, не нравится? Да нет, отлично. Вот только впереди-то на старые раны. Левая рука? Да. А еще это саке любит человек, который я трубил. Кто это? Господин Исин. Исин? Но почему? Он сделал это ради меня. Я чуть было не превратился. Превратился? В кого? В Суру. Хочешь — верь, хочешь — нет. Дело твое. Но советую тебе остерегаться тени Суры. Так, поговорить. Я еще с пути Синоби. Все, короче. Возвращаемся к Куро. Или мне нужно все-таки меч, я что-то не понимаю. Я в тот моментик немного упустил. Так, давайте, короче, перемещаемся. Важные места в башне. Сейчас бегаем, попытаемся подслушать мужичка. Если его не будет, значит, мы заканчиваем серию. И мы с вами потом все сделаем как надо. Делаем все окей. И будет все замечательно. И получается, в этой серии мы просто находились между двух локаций. И все. Ничего такого у нас не было именно важного. Ладно, побежали. Посмотрим, если я... Не, значит, не. Значит, я в следующей серии улучшу атаку свою. И мы будем отправляться дальше. Нет. Ну, короче, баба должна быть здесь. Ее здесь нет. Поэтому, ребят, будем на этом, наверное, заканчивать. Я еще, конечно, посмотрю, как там получить концовочку эту до конца. Но скорее, мне кажется, мне нужен меч. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.